Добрый день, друзья! Начинаю традиционный обзор моих покупок по каталогу 12 компании Faberlic. Вот по этому каталогу купила новинки, покажу обязательно. Конкретно купила из новой серии Grand Prinx, система роскошного ухода за кожей рук. Я взяла себе Step 3. Это жидкая перчатка, крем для рук. Вообще там 4 полностью комплекс. Что у нас идет? Пилинг для рук, затем шлифовка, скраб для рук и крем. Крем для рук, формула омоложения и жидкая перчатка. Я взяла себе жидкую перчатку, артикул 1396. Вот она. Буду пробовать, буду тестировать. Самое интересное, что за кремик такой. Вот это новинка. Давайте пробежимся, что я взяла. Шелковистые носки, ну то есть это обычные носочки, две пары эластиковые носочки, которые мы обычно и носим. 20 ден, две пары. Вот они. Я взяла коричневого цвета. Вот они, эластиковые носочки. Две пары. Тянутся. Вот эластиковые носочки шелковистые. Что у нас здесь? Артикул какой? Две пары. А я, наверное, содрала его. Вот артикул 80414. Есть еще в черном цвете. Я себе взяла в коричневом. Взяла также салфетку для удаления пыли с поверхности, то есть с компьютеров, с телевизоров. Удаляет пыль и не оставляет разводов, пыльных разводов, какие обычно бывают, когда обычной салфеткой протираешь поверхность. Вот хочу попробовать. Новинка не этого каталога, а где-то, наверное, пару-тройку каталогов назад. Я почему-то сразу ее не купила, но вот все-таки решила попробовать, протестировать. 30 на 30 размер у нее, артикул 910-432. Также купила себе салфеточку для очистки оптики, то есть для очков, для солнцезащитных очков, для обычных очков подходят, очков для зрения. Размер 20 на 20, артикул 910-189. Как видите, большая. Если такие салфеточки кладутся в футляры с очками, с солнцезащитными, с обычными, то они в два раза меньше, как правило, идут. А здесь вот очень удобного формата 20 на 20. Действительно, удобный формат, большая. То есть прекрасно можно протирать. Тушь. Взяла протестировать тушь 50-202. Вот в таком бархатном футлярчике она красивом. Вот она, тушь Faberlic идет. Обычная классическая щеточка. Не пластиковые, фибровые волосочки. Вот хочу протестировать. Взять. У меня тушь закончилась. Вот, взяла еще. А где артикул? А, ну я говорила, 50-202, да, артикул. Еще одну тушь стайлинг. Еще одну взяла по акции. Это Макси. Тушь Макси объемная. Артикул, сейчас скажу, артикул 52-39. Вот такая вот кисточка. Вот здесь пластиковая кисточка. Я люблю пластиковую кисточку, но иногда попадаются и обычные классические фибровые кисточки, очень даже хорошие. Поэтому взяла разные две. Буду пробовать. Дезодорантик из серии Faberlic La Crème, молоко и протеины. То есть здесь протеины овса. 48 часов защита. Хорошие дезодорантики, мне нравятся, 26-80. Деткам можно использовать, потому что это, ну, в подростковом периоде, когда у них уже начинается потоотделение. Вот антиперспиранты. Очень такие хорошие на каждый день.
по акции покупаешь два продукта, скидка 50%. Взяла боди-крем себе для тела, апельсин, и бьюти-кафе серия из с апельсином, также гигиеническая помадка, бальзам для губ. Сейчас покажу, как выглядит. А, тут ее так не сорвешь, как в туши. Ну, давайте откроем, посмотрим. Оранжевого она цвета, приятная. Это ребенку как раз. В школу сейчас на осень. Вот бальзамчик. Очень приятный. И вот кремушек. Такой артикул у него идет 2507. Вот оно, суфле. Видите, суфлешка. Затем взяла гель для умывания серии Axialoge для жирной кожи, кислородной. Гель, написано, что не стягивает, не оставляет ощущения стянутости на коже. Вот хочу попробовать, потому что мне очень понравился гель для умывания из серии Омега Хит. И натуральный у нас, сейчас посмотрю, какой. И из натурального Green Karma гель для умывания был тоже. Он тоже не оставляет никакого чувства стянутости, очень даже комфортный. Поэтому, прочитав аннотацию здесь от производителя, решила попробовать. Расскажу о своих ощущениях. У меня кожа жирная, поэтому я сразу чувствую, стягивает, не стягивает. А новинка из серии Bloom. Это сыворотка. Сыворотка-активатор для лица. Антивозрастной уход. Биокапсулы молодости с активными клетками Эдельвейса. Буду пробовать. Объем 30 мл, но 9,95. Сейчас уже как бы у нас кожа переходит, перестраивается на осенне-зимний период. Это уже не лето, то есть нужен соответствующий уход. Если летом нам нужны были более облегченные текстуры и хватало там, например, просто какого-то очень легкого крема, то сейчас в осенне-зимний период все-таки нужна уже другая артиллерия, скажем так, для ухода за кожей лица. Взяла отбеливающую концентрированную зубную пасту плюс 200. Она действительно очень концентрирована, ее хватает надолго. 16,94 артикул. Также в заказике у меня любимый кофе. Кофе растворимый, не чай в клуб, сублимированный. И 16,048 артикул, натуральный растворимый сублимированный кофе утро. Мне он очень нравится. Я его, как видите, в каждый заказ добавляю себе по баночке. Кофе много не бывает. Ну, традиционно зубные щеточки на семью. Из новиночек также вышла серия в серии Вербена крем для контура вокруг глаз. 7 анти-эйдж эффект. Омолаживающий крем с антивозрастным комплексом анти-эйдж из вербены для ухода за кожей век. Объем 15 мл. Артикул 0880. Буду пробовать. Это новинка как раз 12-го каталога. Также в 12-м каталоге у нас появилась новая революционная тональная основа. Вот я взяла три оттеночка. Сделаю сводчи, обязательно выложу. Вот так она запакована. Как видите, ее просто так не вскроешь, не посмотришь оттеночек. Нужно срывать вот эту вот пленочку, мембраночку защитную. Очень удобный формат. Он небольшой кремик получается. Так, а сколько здесь у нас миллилитров-то? Давайте-ка я найду. А, 20. Я смотрю, что чуть побольше крема стандартного для кожи глаз. Если здесь 15, то здесь вот 20. Видите, они практически вот такие. Очень удобно. То есть небольшие. Обычно мы привыкли, что тональные кремы у нас идут по 50 и по 30 миллилитров, то это вот 20 миллилитров быстренько. Вот так в каталоге выглядит новиночка, концентрированный тональный крем.
максимальная концентрация, одной маленькой капли хватает на все лицо. А вот будем тестировать, да, будем пробовать. Новый тональный крем с ультраконцентрированной формулой и максимальной плотностью покрытия. Вот, максимальная плотность покрытия. Я обычно не очень люблю такие плотные текстуры, но вот буду пробовать. Буду пробовать, это из новиночки. А также серия Молекула Форса. Я взяла витаминки для глаз и пробиотики для кишечника. Затем у меня здесь шампунь питательный для всех типов волос. Бисульфатный шампунь, сразу скажу. Потому что некоторые, когда покупают, и удивляются, почему он не пенится. Потому что он бисульфатный, не дает пену. Имеет ценные масла. Вот, даже здесь написано без CLC. Питательный шампунь с комплексом натуральных масел органы, авокадо и абиссинского масла и аргинина. Интенсивно ухаживает за волосами, наполняя блеском и силой каждую прядь. Бережно очищает, глубоко питает волосы, делая их более упругими и эластичными. Вот взяла 250 мл объем, артикул 82.10. Это у меня шампунь из этой серии. И из такой же серии у меня питательный бальзам для всех типов волос. У него артикул идет 82.11, объем 250 мл. Для ванны и туалета взяла хороший гель. Я его уже не первый раз беру, различные тестирую. Но вот этот больше мне понравился. 7 в одном, гель очищающий для туалета. Морская свежесть. Очень нравится. 30-292 артикул. Объем 500 мл. Также для очищения ванны я взяла себе средство для очищения ванной комнаты. Морская свежесть. Эффект белизны, сияющая белизна и блеск без хлора и отбеливателей. Эффективное устранение любых загрязнений, запахов в ванной комнате. Хочу попробовать. 30-221. Эффект белизны. Так он и называется. 500 мл. Действительно, я еще не все продукты перепробовала, протестировала. Поэтому в каждом заказе я беру что-то такое, чего у меня нету. Порошок. Концентрированный порошок. Взяла просто обычный универсальный. Написано универсальный. Без всяких запахов, добавок. 1 кг равен 3 кг обычного порошка. Подходят белые цветные ткани. То есть универсальные. Порошок премиум, формула против пятен, не вызывает аллергии, то есть гипоаллергенный, 800 грамм, артикул 320, универсальный, подходит для всей семьи, до 3 месяцев стирки в одной упаковке, против сложных пятен формула, убивает неприятные запахи, без хлора и фосфатов. Вот такой хороший порошочек. Ну и новинки я взяла 2 полотенца. Так, бабац, у меня все упало. Сразу же 100% хлопок. Идет размер 50 на 70. И полотенчика для лица кремовое. И это у меня молочное. Вот такие вот покупочки пробежали. Ах да, еще самое интересное забыли. Показать следующий каталог. Следующий каталог у нас опять с вами новинки. И будем с вами тестировать уже новую губную помаду. Матовый. Новый матовый. Новый тренд. Вот будет. Так, 2, 4, 6, 8, 9 роскошных оттенков. Ну что ж, ставьте пальчики вверх. Лайкайте. Буду знать, что нужно сделать сводчем. Посмотрим все 9 оттеночков. Надо делать обзор. Сводчи нужны на жидкую матовую помаду мусс. Новинку следующую. Или не нужны? Пишите в комментариях. Оставляйте. Говорите, надо, не надо. Кому. А это будет уже 13-й каталог. Он начнется 11 сентября. Недолго осталось нам ждать. И все.
И по традиции в этом каталоге идет акция для новых покупателей, кто еще не оформил дисконтную карту себе привилегированного покупателя магазина «Фаберлик». У вас есть прекрасный шанс до 10 сентября пройти по ссылочке, которую я оставляю всегда в описании под каждым видео, заполнить простую анкетку и бесплатно зарегистрироваться и получить 500 рублей сразу на счет для заказа. То есть делаете заказ на сумму от 1500 рублей, и вам дарится 500 рублей для оплаты следующего заказа. Очень прекрасная акция, ее многие любят. И когда она бывает, конечно же, регистрируются. То есть это не подарки, не продукция, а сразу денежная. Раз, все, что захотели и купили. Это был обзор по 12-му вот этому каталогу моих покупок. Все, оставляйте комментарии, делитесь моим видео, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.